И при каждом президенте у нас война полномасштабная была, не при каждом были настолько чувствительны поставкам оружия. Это не влияет на поставки оружия. Оружие в теории может Пентагон поставлять без решения Конгресса. Там был законопроект принят, и хуй знает когда. Забыл, как он назывался. Там что-то Атлантик, что-то там. Короче, Пентагон может в обход Конгресса это делать, и все это время мог, строго говоря. Это просто нежелательная срань, но если Конгресс на шатдауне будет, вот именно это произойдет. Это так не работает, чтобы какие-то мудаки, значит, хотели бы либо зафилибастерить за заседание Конгресса, либо зашатдаунить всю эту на 2 недели. Заканчивается внешняя политика США на полмесяца. Нет, так не работает, так не бывает. Эти шатдауны ничего не делают. Пострадают только, может быть, национальные партии США. Но и то не сильно.